Всем привет, с вами Марс, и я, так как обещал, продолжаю проходить The Kingdoms of Amalur: Reckoning. И мы находимся прямо у входа в локацию The Walls. Я вижу волков, поэтому ими надо заняться. Волк, стой. Все? Быстро. Как видите, я играю за Рогу. Рога крут, но если захотите смотреть дальше приключения Марса Воина, просто напишите в комментариях или в личку, я его переучу. Мне просто понравилось, я начал, и это круто. Сейчас мы будем добираться по квесту Высшего Короля Эльфов. Он нам дал как бы свое благословение на то, чтобы мы свергли того чокнутого эльфа, который захватил трон. Эльфа, который впал в безумие. Что-то какой-то такой приятный городок. Я еще тут не был. Пока приятно, пока мне нравится. А ну-ка. Блин, красиво. Неплохой такой городочек. Но с ним разбираться будем потом. Сейчас мы будем тупо двигать по квесту. Точка у нас возвращения уже появилась, поэтому все. Надо двигать дальше. А блин, бежит ты, ну. Так, все-таки приятно вернуться в эту игрушку. Я вот и по саундтреку скучал, и... О, сволочи, вы что такие опасные? Я даже что-то не заметил. В полемику ушел даже как-то. Думаю, блин, может помечтать про саундтрек, там, про спокойную жизнь. Ну да, конечно, помечтал. Кто там еще есть? А, да, сейчас вам покажу мою новую способность. Опа. То есть, я прыгаю им за спину. Это очень удобно против больших боссов, допустим, таких как тролли. Даже не боссов, а таких вот больших неприятных. А вот эти вот сопляки, они вот... Ну, вы видите, как они разлетаются. Это же, блин, не ждал? Такой прыти от них. Так вот, о чем я? А, да. Скучал по саундтреку, скачал по вот этим вот приятным местам. Игрушка все-таки тягомотная, но доставляет. Вот. Хочется побегать. Это как сингловое ММО. Очень большие территории и только нету ПКшников. Иди сюда, волк. А ну успокойся. Ну видите, Рога тащит. Ну просто тащит. Хотя воин мой тоже тащил. Он не так воином был, конечно, как уворотчиком, так как я сейчас. Но все равно. Просто к нему надо было приучиться, а я все никак. Все только увороты. Никакой защиты. С Рогой у меня это проблем вообще никаких не доставляет. То есть мой щит так чисто для красоты. Для брони. Чтобы был, короче. Так, тут какой-то лагерь. Ребята отдыхают. Ладно, потом, все потом. О, какая-то гильдия новая. А, это еще одно поселение. Так, а что, мы уже пришли? Да. Круто. Итак, двигаем.
А, вот. Наша милая эльфийка. То есть, по-моему, нам надо спасти генерала. Спасти генерала — это хорошо, это мне нравится. Сейчас посмотрим, куда нас направляют просто. О, а нас направляют... Ну ладно. Должно быть не опасно, хотя... Посмотрим. Видите, пока это просто беготня. Ну, как в любой ММО. То есть мы бегаем, делаем квесты, собираем всякую непонятную хрень. Ну, пока нам не давали особо, чтобы собирать. Пока идет такое неторопливое, очень неторопливое знакомство с сюжетом. Даже больше не с сюжетом, а с этим миром. Какой ты опасный скотина. Ты посмотри на него, да? Ой-ой-ой. Ой-ой. Опасный? Ну что, еще раз? Все? То есть кончились все? Красавцы, молодцы. Так держать. Ну, это возьмем, разберем. Этот персонаж крутой. Он мне очень нравится. Олень. Стоять. Никуда не уходить. Берем. Так, вот еще один. Ой, что-то. Вот. Блин. Ах, как я забыл про вас. Блин, ты чё творишь-то, сволочь? Блин, у волков вот такая вот особенность. Они разгоняются, наносят рваные раны и опять убегают, и опять разгоняются. То есть их надо либо чем-то оглушить, либо вовремя словить. У меня это иногда вызывает проблемы, иногда нет, но это уже специфика. Специфика отдельных мобов. Тихо. Спокойно. Ну, по-моему, только волки. Если только волки, значит просто положим. Да. Видите, я его словил. И он ничего не успел мне сделать. То есть, в принципе, ничего сложного, просто реакция на скорость. Все. Так. Двигаем дальше. Ну, постараюсь проходить более-менее по стелсу. Но тут... Нету такого, как, допустим, в Скайриме, что там есть отдельные пути, где ты можешь чисто прократься по стелсу, там, чтобы тебя там, минимальное количество врагов заметило, и то тебе сдохли, не успели даже пиликнуть. Ой, там что-то опасное, по-моему. Что-то рогатое. Нет? Или это трава? Ё, блин, это трава. Думаю, чё это? Ох, ладно.
и то ничего не выполнил. Что же за печаль? Травники с меня говно. Еще волки. Ладно. На открытой местности. Волки. Кошмар. Что может быть хуже? А ну давай. Видите, я уже, так сказать, придрочился к этим врагам. Пока для меня самые опасные — это тролли. Ну, от них можно уворачиваться и тупо забивать. Ой, 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 ой. Пауки, пауки, как я ненавижу пауков, это кошмар. Иди в жопу, иди нафиг, иди. Вот, только вот. Валим, валим отсюда, валим, 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 валим. Ох, какие вы противные, господи, ау. Валим, валим, пока не зацепили. Ох, так, 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 хорошо, пока держимся без потерь, без потерь. Словил. Все-таки словил. Ну ладно. За это вот он и огребся. Ну, ладно, полечусь уже. В принципе, пофиг. Ну, почти без потерь. От одной атаки только я не смог уйти. Так, еще. Послушаем каменных бардов, как я их называю. Рассказывает маленькие, но интересные для этого мира истории. А тут я уже смотрю эльфы. Но пока мы у них квесты брать не будем. Пока чисто двигаем к этому городу. Я думаю, дойдем туда и на этом закончим. Небольшая такая серия пробежечная. Я буду делать серии поменьше, потому что буду вплоть уходить до того, что они будут по 15 минут, по 10, чтобы хотя бы можно было поставить HD качество, потому что мой компьютер просто не позволяет мне делать 30-минутные видео на HD, хотя бы 720p. Привет, генерал. Хорошо. Ну, тебе, в принципе, нужна помощь, да? Перевод, конечно, кривой, но особую суть можно понять. Ну, как мы откроем ворота, тогда, может, расскажешь? Ага, то есть это будет просто организованная атака. Хорошо? Сделаем. I've tried using it on the windstones with no luck.
The inscription says the gate will open when the great voices rise and soar. I think this means the windstones that are spread across Erica. There's one just a little to the south. Go there and strike this chime near it. I'll stay here to see if it has any effect. The windstones are located all across the plains. То есть из того, что я понял, мне надо пойти и уничтожить некий камень. Ладно. Сейчас посмотрим, что это такое, во-первых. Тут еще один каменный бард. И как вы видите, я почти 10 уровень. Так, что мне? Не с этой штукой что-то надо. Молон! Скотина, что происходит? Иди ты лесом! Вот таких вот врагов я не люблю самый больше. Ладно. Возник неизвестно откуда, напал. Чего приходил, блин, только напугал меня. Мы можем войти. Блин! Go sound the chime at each windstone in Erica. That's the only way to open the gates. Ну ясно. I'll stay here and fight any Niskara. Хорошо. То есть нам еще четыре таких столба надо активировать, чтобы открыть, я так полагаю, вот эти ворота, да? Я не знаю, что они там. Камешек. Прикольно. Ладно. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео.